Так, травушка. Взяли красную траву, у нас есть чем смешать там. Есть зеленую траву, комбинируем с красной. Отлично. Так, знакомый грузовик. Мы, похоже, обошли его стороной. Ну что, давайте отправимся в этот центр Umbrella. Опа, опа, опа. Охотники. Где-то у нас ружьишко. Два патрона. Берем. И, наверное, тогда придется взять зеленую траву. Ух ты, там еще один. Ну давайте попробуем. Давай, давай, молодец, тупи. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Сдохни, 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 быстрее, быстрее. А. Фу. Отлично. Это было очень сейчас опасно, друзья. Очень сейчас опасно. Так, патроны к магнуму. Взяли патроны, значит, скоро где-то должен быть и сам магнум. Что-то здесь так все разрушено. Понятно почему. Расправимся, бабы. Ух ты, ух ты! Подкрались, ух ты! Отвали ты нам! Какая тут? Заражались, как говорится. Так. Вышли из этой двери. Музыка, конечно, такая напряженная, очень напряженная. Итак, куда же нам идти? Здесь у нас лифт. Давайте за поворотик посмотрим. Здесь. О, трава. Здорово. Это компенсирует то, что мы истратили. Сломано и не двигается. Но, значит, нам все-таки в ту дверь. Лифт. Так, кто здесь? По звукам, по звукам, по звукам. О, их тоже двое. Так, так,
так, так, так, так, так, так, так. Ладно, 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 ладно. Ох ты, перед дверью прям выскочил. Эй, ты слышишь меня? Кто ты? Что ты делаешь? Ответь мне. Да, в этом комплексе, похоже, был пожар. Вот почему все разрушено здесь так. Так, я вижу документ. Давайте почитаем. Дневник Винсента. Вот. Может, мы что-нибудь сейчас и узнаем. Ну что, поехали, друзья. Дневник командора Винсента. 10 октября. Вчера вечером группа подопытных свинок, заключенных в тюрьме, сбежали, взяв оружие и подняла бунт. Все морские свинки, ответственные за инцидент, были застрелены до последнего. Но если в штабе Umbrella узнают об этом, возникнут большие проблемы. Этот момент испортит мой план возвращения в штаб и получения награды для моих дальнейших достижений в этом городе. Я приказал, чтобы управляющий тюрьмы сообщил об инциденте как о массовом самоубийстве, но я также буду приказать другим, кто был вовлечен в это, молчать об этом случае. 8 ноября. Люди города, которые выступили против меня, теперь пробуют собрать информацию, намереваясь сообщить в штаб о том, что я сделал. Вчера тот маленький мальчик Лот сказал мне, что в город прокрался шпион. Я предполагаю, что шпион может иметь некоторое отношение к восстанию, случившемуся здесь. Пока что я ему это позволю, чтобы узнать, на кого он работает и почему он здесь. После этого я убью его. Это очень печально, что единственный человек, которому я могу доверять во всем в этом городе, это маленький ребенок Лот. 19 ноября. Люди города, кажется, готовятся отправить сообщение о своем расследовании людям штаба, которые поставляют подопытных из Новой Гвинеи на следующей неделе. Они говорят, что у них есть свидетельство о моих действиях. Я не могу позволить им показывать это. Те гражданские жители пожалеют о том, что они делают. Я преподам им урок. Вот что случается с теми, кто выступит против меня. 22 ноября. Теперь они знают, кому принадлежит власть. Я распространил этот вирус по всему городу. Конечно, это должно быть похоже на несчастный случай. Город будет полностью заражен. Теперь я могу вернуться в штаб и продвигаться дальше к моим достижениям на фабрике. Никто не сможет выступить против меня. Теперь... Подождите. Там есть один человек, о котором я должен позаботиться. Это тот шпион. Я должен устранить крысу, которая прокралась в город. Ну вот, собственно, такой вот документ. Говорится о каком-то шпионе. Вот, присланным компании, чтобы устранить Винсента. Ох ты! Вот это неожиданно. А, это уже игра. Вот это неожиданно, неожиданно. Тиранчик такой вывалился. Опа. Опять со своими
кулачными махами. Так, пошатнулся. Да чтоб тебя. Я вроде в сторону убежал. Так, у нас опасно, друзья. Давайте смеси тогда используем. Убирай, убирай, давай. Отлично. Все. С этим кадром разобрались. Зажигательные заряды. Так, мы взяли, кстати, патроны от Магнума. Но Магнум так и не нашли. И зажигательные заряды тоже взяли, но не нашли. Изображение фабрики сожжено и плохо различимо. Понятно. Что там, карточку надо взять, да? Карточку. Мы подорвали карту Umbrella. Так, это ноутбук сильно оплавлен. Так, что нам? Дырочку. Полностью испорчен. Кстати, здесь тираны, как и во второй части, как мы помним. Также выбивают двери. Ну, то есть не двери, а стены разбивают. Был такой момент. Ух ты, везунчик. Был такой момент во второй части. Да не один. Ух ты, блин. А, ну кстати, да, друзья, вместо охотников появились лизуны. Давай, 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 давай. Ну, с лизунами попроще. Разработать небольшую тактику. Какие-то, да, живучие. Не кажется вам? И не понял, где вы. Я уж думал, сейчас попадет по нам. Есть, один готов. Отлично, и второй. Итак, друзья, мы сделали это. Так, судя по всему, карточку нужно. А это что у нас? Судя по всему, карточку нужно сюда. О, здесь у нас жмуры гуляют. Видимо, персонал Umbrella. Так, что здесь? Что мы здесь имеем? Панели. Да что ты застрял-то? Панели для управления чего-то. Это диспетчерская этого здания. Система, похоже, функционирует.
Я вижу, что функционирует. Нажать ничего не можем. Понятно. И здесь мы, похоже, что тоже ничего не нажмем. Так. Что? Винсент? Это я, твоя мать. Моя мать? Винсент, пожалуйста, послушай свою мать, чтобы ты ушел из Амбреллы. Прекратил совершать эти ужасные преступления и просто вернулся домой. Перестань! Отпусти меня! Не бойся, я тебе не причиню вреда. Что за кассету ты слушаешь? Не знаю. Я слушала, потому что мне было очень скучно. Мой брат сказал мне подождать здесь. Отпусти меня. Твой брат? Оставь ее в покое. Беги! Положи это! Я не трону тебя, обещаю! Лжец! Ты убьешь меня, если я это брошу! Я не дура! Назад! Не подходи ближе! Я знаю, ты считаешь меня убийцей, но ты ошибаешься. Я бы никогда ничего подобного не сделал. Итак, у этого мальчика Лота есть сестра, получается. Вот. И они оба живы. Так. Видим файл. Давайте почитаем. Магнитная запись Винсента. Так, давайте. Магнитная запись Винсента. Мы больше не можем допустить того, что сделал управляющий Винсент. Чтобы лишить Винсента его положения, мы должны были получить окончательное подтверждение его жестоких действий и сообщить об этом в штаб. Мы поняли, что он очень умен и осторожен, как последний вариант, хотя это было очень опасно для нас. Мы смогли перехватить его телефонные беседы. Наконец, мы получили свидетельство, которое достаточно мощное, чтобы лишить его положения. Эта пленка содержит его беседы об инциденте побега из тюрьмы в прошлом месяце. Она доказательство того, что он один стрелял в тех молодых людей и что он пытался скрыть правду. Кроме того, эта пленка доказывает, что перед прибытием в этот город Винсент убил своего коллегу только в целях собственного поощрения. Если мы могли бы вручить эту пленку людям из корпорации, приезжающие в город на следующей неделе, он бы потерял свое положение наверняка. Тогда в городе было бы снова спокойно. Так, понятно, файл рассказывает нам о том, что у народа есть доказательства о том, что Винсент перестрелял всех детей при побеге. Вот. Но о том, что кто такой Винсент и кто мы такие, там ничего не сказано. Терминал суперкомпьютера.
Так. Здесь есть дырочка. Значит, здесь где-то находится тиран. Так, зеленый у нас есть, мы можем смешать. Да. Отлично. Большая дыра, что-то с очень большой силой могло сделать ее. Но мы знаем, чей это почерк. Так. Что тут у нас? Лампочка. Снова лист, сломанный и не двигается. Значит, в этот. Лифт не достиг этого этажа. Ну понятно, собственно, нам нужно сражаться с тиратом, пока едет лифт. Стандартная процедура, можно сказать. Так, 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 так. Так, 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 пошатнулся. Молодец. Значит, тебе осталось совсем чуточку, дружок. Ой-ой-ой-ой-ой. Оказывается, друзья, есть быстрый разворот. Я только сейчас понял об этом. О, патроны для дробовика. Отлично. Для ружья. Так, ну что там с лифтом у нас? Подъехал? Что-то куда-то он перескочил на один этаж выше. Окна. Я так понимаю, здесь надо карточку вставить, да? Вы сюда вставили карту. Отлично. О, спускаемся на парковку. Тут нас ждут собаки, которых я так ненавижу. Давай быстрее перезаряжай. Блин. О, отлично. Еще. Быстрей, быстрей, быстрей. А, сдохло что ли? Либо они стали какие-то маломощные, эти собаки. Либо я намострился. Так, я что-то вижу. И это что-то гранатомет. Круто, друзья, круто. Тратить пока его не будем. Ставим его для кого-нибудь более достойного. Так, эксит.